Всем привет! ПТС обновили до версии 30.0. Это новый 13 сезон, будущее обновление. Регион Алматинская область. Вот такая вот заставка в главном меню нас встречает. Давайте посмотрим, что ж там такого новенького завезли. Алматинская область, Центральная Азия, Казахстан, Жербийские карьеры. Расположены в умеренном климатическом поясе, регион отличается небывалыми степными пейзажами благодаря превалирующей холмистой местности, резко смешивающейся с гористыми ландшафтами, что привносит интерес для постоянного изучения местной почвы и каменистых пород. В былое время в регионе активно велась работа по добыче сланца, но со временем промышленность пришла в упадок. Но на фундаменте былого величия и благодаря обнаружению залежей серебра местная администрация с поддержкой горнодобывающей компании решительно настроена заново вдохнуть жизнь в регион. Прогресс в регионе, аэропорт восстановлен, завод запущен, вагонетки запущены. Что у нас по региону? 43 задания, 4 вышки, 7 улучшений. Вот так выглядит карта. Я, конечно, не всю открыл, но как успел, так и открыл. Выглядит интересно. Три карьера у нас. И давайте посмотрим, как выглядит один из них. Это карьер, в котором мы находимся. Они не как раньше Ctrl-C, Ctrl-V, а что-то прям большое и сделанное вручную. Из новинок нас встречает новый скаут AC58DW и новый грузовик Plat 450. Давайте скаут поподробнее рассмотрим. 5 движков у нас, 5 коробок, 2 подвески, колесики дефолтные и свои имеются. 5 лебедок, стандартный набор, запаска, шноркели, багажник на крышу. Бампера задние, крыша кабины, передние бампера, пороги, козырьки, крылья, диски, стандартный набор цветов плюс вот такие свои. У Плада 5 движков, 4 коробки, 1 подвеска, колесики дефолтные плюс свои. 4 лебедки, запаска, вот такие шноркели, стандартный набор аддончиков плюс багажник на крышу, 150 ремонта и 160 топлива, высокое седло и бортовая платформа Plat 450 под 2 места груза плюс 1 запасное колесо. По декору козырьки, маячки, передние бампера, клаксоны, выхлоп, десочки и вот такие цвета. Осмотрим скаут. Внешность может спорная и на любителя, но едет он вполне себе неплохо. Салончик. Гудок. Нормально. Звучит тоже вполне себе достойно. Давайте свет. Свет прекрасный. Давайте грузовичок посмотрим. Выглядит, конечно, мощно. Салончик.
гудок вполне себе. Заведемся. Неплохо на холостых звучит. Мне нравится звук. Давайте свет посмотрим. Все шикарно. Новые грузы в регионе — это у нас серебро. Такое же, как золото, но серебро. Блок исландца занимает два места. Шахтерская вагонетка тоже занимает два места. Фордам добавили шильдики и 750-й немножко переделали морду, и теперь их можно красить. На Татру Феникс теперь можно ставить борт плюс кран. Неужели дождались? Стандартный тестовый участок, погнали. Дефолтный движок, дефолтные колеса. Я уже покатался на данном грузовичке на новом регионе. Пока доступно мне три движка. Топовые два закрыты, и ему не хватает, наверное, мощности, либо просто он слишком тяжелый. Но когда мы их получим, возможно, картина немножко поменяется. В горку он забирается со скрипом, скажем так. Но опять же, топ-движки, возможно, поменяют картину данного грузовичка. Но он и так, в принципе, мне очень нравится. Классно чувствуется такой прям тяжелый, мощный грузовичок. Давайте повышенная грязь. Но мы, скорее всего, задохнемся. Да, не хватает ему немножко мощности. Но это дефолтный движок. Так-то грязь для него не проблема. Без проблем, даже на дефолтном движке. Классный грузовичок, классный скаут, регион. Тоже, хоть и одна карта, но вполне себе достойный. Несколько карьеров, неплохое количество заданий. Можно поиграть? Можно. А вам, дамы и господа, огромное спасибо за просмотр. Поставьте лайки, подпишитесь на канал, и мы увидимся с вами в новых видео по SnowRunner уже совсем скоро. Давайте, пока-пока.